Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор покупочек из магазина Fix Price. Здесь только все самое нужное и необходимое. И сразу хочу сказать, я делала интернет-заказ из магазина Fix Price. Сейчас у них появилась такая функция. Заходите на сайт, выбираете нужный товар, выбираете магазин. Не во всех магазинах все есть, в некоторых есть все, но я заказала все равно в магазине, который ближе всего к дому, потому что забирать нужно самим. Доставку на дом они, к сожалению, не делают. Приходится заходить в магазин, забирать пакет, оплачивать товар, как бы выходить. Это все равно какие-либо контакты, да, в период самоизоляции, эпидемии. Сводит к минимуму, мне показалось это удобным. И еще плюс, если есть у вас карта Fix Price, на сайте можно выбрать две категории раз в месяц с повышенным бонусом, то есть возвратом на карту потом, ну как это Fix Price называется, кэшбэк, вот. Он же нам возвращает баллы, да, у нас там копится скидка, и я тоже выбрала две категории, это удобно, это можно сделать только на сайте. Съездила сегодня, забрала заказ, оплатила, как бы все быстренько и классно. Ну и давайте начнем. Так как дома сейчас скучно, решили заказать вот такой вот наборчик для лепки. 190 рублей, 199 он стоил. Я вам тогда цены буду подписывать все. Так, это у нас Play Game, игровой набор «Веселая лепка». И что здесь у нас? Так, сейчас посмотрим. Вот как он, девчонки, должен выглядеть, да? Здесь у нас такая типа мясорубки. Так, к ней мы присоединяем дно. Я сейчас все соберу и вам покажу. Так, девчонки, вот как выглядит этот набор. Мы засовываем вот сюда кусок пластилина. Потом нажимаем. И у нас есть в комплекте 4 насадки разных. Одна вот такой цветочек фигурный. Они одеваются прямо вот сюда, вот так защелкиваются. И у нас, получается, будет вылезать все это дело цветочком. Да? Потом еще насадочка есть, вот такие, как макарошки будут вылезать, дырочки. Так, сердечко, вот. И полосочки, вот такие. Так, что у нас еще в комплекте? Вот такая тарелочка, мисочка. Сейчас поближе вам покажу. Вот, девчонки, сама конструкция. В принципе, пластик, вы знаете, довольно плотный такой, добротный. Вот сюда вставляются формочки, то есть как это все дело хранить можно, да, с двух сторон. Так, потом вот такая штука есть у нас, лепить цветочки, да. Кладем сюда тесто, и вот так чпок, и у нас получился цветочек. Вытаскиваем. Такая же есть еще клубничка. Вот она. Закрываем, получилась у нас клубничка. Так, что здесь еще? Формочки, кораблик, машинка, дельфинчик, рыбка, лапка, слоник. Потом вот такая вот каталка раскатывать тесто. Она просто ровненькая вот такая. И резать тесто, наверное. Смотрите, какая классная штука. Вот такая. Вот мисочка. И вот еще насадочки. В принципе, неплохой набор. Будем играться. К этому как раз набору заказала пластилин. Вот такой. Это воздушный пластилин. Здесь три цвета, девчонки. Вот как он выглядит. Синий, желтый и красный получается. Так, вот желтый. Тяжело достать. Красный и синий. И здесь не очень много, но мы будем делать тесто еще самостоятельно. Мы уже делали, купили пищевых красителей, сделаем себе и раскрасим. Так, сейчас посмотрим, что из себя представляет этот пластилин воздушный. Так, вот открыли. Не пахнет ничем. Почему он к крышке прилип, только не могу понять. А, девчонки, это, знаете, по типу чего? Как Эва, да? Вот такая вот резина Эва, листы. Для поделок, да, для детских тоже есть. На Катю он выковыривает все остальное. Вот, он действительно воздушный, он классный. Можем сейчас с вами даже посмотреть, будет ли он у нас давиться вот из этой штуки, да? Ну, давайте попробуем, раз уж взяли ее, а вдруг она не работает. Так, насадки все повываливались. Так. Опа, опа, опа. Ой, как тяжело проходит. Может быть, тут, конечно, и не этот пластилин нужен был с усилием. Главное не сломать. Смотрите, все отлично. Надо еще ножичек из другого набора найти. Смотрите, как здорово. Но тут прям с усилием, слушайте. Главное, вот, чтобы ребенок не сворочил, когда будет давить. Так, отрываем. Вот получилась такая штука, да, из этой насадочки. Прикольно. Все работает, девчонки, поэтому позаниматься дома с ребенком, поиграться классно.
Так, из разряда для ребенка еще купила вот такие вот шарики. Мы их надуваем, девчонки, играем, знаете, в съедобное и несъедобное, как мячиком. Но шариками как-то нам больше нравится, интересней. И взяли вот такие фломастеры, 9 штук, 5 цветных маленьких, да, и 4 с блесками. 4 блестящих фломастера. Сейчас посмотрим, как они рисуют. У блестящих фломастеров такая интересная фишка. Тут нарисовано, девчонки, нажми. Нажала. Смотрите, он нажимается. И потряси. Так, пробуем. Ой, пока ничего. Если миллион раз нажать, девчонки, то цвет потихоньку начинает появляться. Он доходит, видите, до самого грифеля. И вот он наконец-то уже почти дошел. Аллилуйя. Все, дошел, рисует. Да, там действительно есть блески, камера навряд ли передаст. Это вот красный фломастер был маленький, а это этот. И они действительно здесь есть блесточки, мелкие такие, золотистые, красивые. Ну все, поняли, разобрались, классно. Прикольные фломастеры, прикольно поиграться. Для себя, девчонки, заказала вот такие спонжи для умывания. Без них уже не представляю свое умывание, особенно если нужно снять какую-нибудь маску с лица, когда делаешь, особенно если глиняную. Они у меня должны всегда быть в обиходе, а во время этого карантина, блин, они кончились, я прям так страдала. Хорошо, что Фикс теперь работает и как интернет-магазин. Люблю их, обожаю, самые лучшие из всех, что пробовала, и самые бюджетные. И взяла вот такие квадратные, господи, ватные подушечки. По-моему, 77 рублей они стоили, здесь 70 штук. Они давно уже появились, но в нашем Фиксе как-то их не было. А здесь я посмотрела через интернет-заказ, да, они были. Вот такого они размера. С одной стороны обычные, с другой стороны вот так вот, рифленые такие. Они не прошиты, но они большие. То есть одним, в принципе, ватным квадратом, уже не диском, да, не назовешь, можно, мне кажется, все лицо вполне снять. Поэтому мне захотелось вот потестить именно такие. Это Белла. Дальше, девчонки, заказала, повторила покупку, густое масло для волос, не было моего любимого горчичного, было перцовое. Они, кстати, если чего-то вдруг нет, мне вот сегодня утром, я ночью сделала заказ, сегодня утром мне уже позвонили и сказали, вот нет, закончилось у нас горчичное, есть вот такое-то, такое-то. Я говорю, ну давайте такое. И они формируют уже заказ и говорят, прям подъезжайте. То есть все буквально за несколько часов, да? Масло классное, я вам 100 раз уже его показывала, 100 раз рекомендовала, и можно добиться эффекта ламинирования волос. Оно бюджетное, оно работает потрясающе, гораздо круче, чем какие-то люксовые бальзамы и маски. Хотите как бальзам, немножечко взяли, по кончикам распределили. Хотите как маску, хотите добиться эффекта ламинирования, значит, подсушили волосы после того, как их помыли. У меня многие девочки спрашивали, до помывки или после? После, девчонки, как маску для волос. Помыли голову, завернули в полотенце, волосы чуть подсохли, или просто промокнули, да, полотенцем. Распределили на всю длину, если жирные кожи головы отступили слегка, распределили, одели шапочку, походили, полчасика сняли, и вообще красота, волосики просто шикарные. Я не помню, брала ли я когда-то горчичное, всегда стараюсь брать, точнее, перцовое. Пахнет прям перчиком, не знаю, будет оно жечь интересно или нет, стимулирует рост волос. Нет, я не брала, с эффектом мезотерапии, с можжевельником и комплексом витаминов. Оно по логике вещей должно жечь. Пахнет перцем, прям перцем, и какая-то сладкая отдушка. Я когда его попробую, я вам расскажу обязательно, жжет ли голову или нет. Еще вот такие карандашики взяли, здесь они двухцветные, 24 цвета на 12 штуках. Мне показалось это прикольным, мы такие еще фикси не брали, то есть тут вот так. Мне кажется, это здорово, потому что у нас карандаши быстро приходят в негодность, ломаются, куда-то теряются вечно, а тут огромное количество цветов, и за такую цену вообще как бы приятненько. Взяла новиночку себе, девчонки, потестить, вот такую щеточку для умывания, посмотрела обзоры, сказали, что она действительно очень мягкая и классная. Ручка удобная, девчонки, держать классно, здесь есть даже веревочка, чтобы ее вешать. Она правда безумно мягкая. Она такая мягкая, девчонки, вообще. Вот что из себя представляет щетка. Цвет классный. И по мягкости она очень мягкая. Она безумно мягкая. Вообще просто она набита сильно, плотно. Аж вот еле проминаю ее, да? И она прям, ну, очень-очень мягенькая. Смотрите, сколько много здесь щетинок. Попробую обязательно с ней умываться, может быть, вместе с вами, когда будем тестить очищающее средство, да, из прошлого заказа Avon. Можно попробовать, кстати, вот этой щеточкой. Блин, ну она вообще кайф. Кайф, прям кожи прикасаешься, как будто каким-то бархатом. Купила, девчонки, попробовать вот такие сушеные бананы. В нашем магазине были только бананы, в других, я знаю, не в нашем магазине, на сайте были только бананы. Больше никаких не было сушеных
фруктов. Так, как они выглядят? Ой, какие они прикольные. Смотрите, это целиковый банан. Здесь даже не кусочки, а целиковые маленькие бананы. Вкусно. Можно для выпечки, кстати, использовать, да? Так, сухофрукты. Можно в овсяночку добавлять утром. Здесь 339 килокалорий. Мне кажется, здесь дохрена сахара. Где состав? Состав банана сушеный. Нет, девчонки, здесь нет сахара. Просто сушеные бананы. Но они очень сладкие. Очень вкусные, правда. Здорово вообще. Супер. Нравится? Они мне как-то не нравятся. Вкусно. Как-то не нравится? Пахнет вкусно. В семье сухофрукты люблю только я. Из раздела еды взяла гранатовый сок. Я раньше очень часто брала его в Фиксе. Пастеризованный с добавлением сахара. Состав гранатовый сок и сахар. И здесь за 50 рублей, по-моему, действительно гранатовый сок. Потому что в магазинах за 200 рублей стоят бутылки, за 300, за 400. Купишь, придешь домой, пьешь, а он вишневый или смородиновый. Состав смотришь, а там и граната вовсе нет в составе. А в Фиксе за смешную цену, кто у нас делает? Москва. Гранатовый сок настоящий. Девчонки, он реально гранатовый, он крутой. Чпок. Опа. Прям вот настоящий гранатовый сок с кислиночкой. Я очень его люблю. Самый классный сок гранатовый из Фикса. Взяла салфетки, на этот раз решила не брать детские. Хотела попробовать вот эти вот влажные универсальные для очищения и увлажнения кожи. Здесь 130 штук. В принципе, такая же упаковка. Но я еще не брала синие ни разу, девчонки, и даже не представляю. То же самое. Такой же размер, такой же формат. Только запах хлопковый. Здесь нарисован хлопок, запах такой нежненький-нежненький. Так, и последняя покупочка – это тоник. Тоник от Сайдо. Я хотела взять другой, но его тоже не было, и пришлось взять... А, ну он тоже, кстати, матирующий. В принципе, я не ошиблась. Балансирующий с матирующим накопительным эффектом. Устраняет блеск. Кстати, правильно, что того не было. Я просто гадала, какой тоник от Сайдо у меня был в прошлом году. Моя любовь просто, любовная, я все лето им пропользовалась, и он крутой, реально матирует. Умывалки мне от Сайдо не очень понравились, а тоники классные. Но здесь был перевыпуск, я надеюсь, что ничего не изменилось. Вот на лето как раз вот этот тоник я и хочу поставить. Он сам такой голубоватый. Сейчас попробуем с вами, девчонки, в режиме онлайн. Как говорится, вот этим огромным квадратным диском. Их много там разных, есть и увлажняющие. Запах цитрусовый какой-то. Тот, который у меня был с другим запахом. А, я цинк сначала, девчонки, выбрала цинк. Вот у меня, наверное, и был в том году цинк. Не было его в нашем Фиксе, мне позвонили, сказали. Да, у меня на лице сейчас ничего нет, ни крема, ничего. Можно проверить, как он работает. Справляется с функцией очищения. Нежненький такой, запах приятный. Ну и вроде как матирует, девчонки. Кожа свеженькая такая после него. Ну и пахнет приятно. Ну вот, в принципе, и все, девчонки. Вот брала самое необходимое, и уж очень мне хотелось вот эту щеточку и как-то разнообразить быт ребенка в этой грёбаной самоизоляции, которая, скорее всего, еще на все лето продлится. Поэтому вот так. Тоник, кстати, заматировал, да, кожа такая сухая, хорошенькая. Мне понравилось. Тоники от Сайдо, девчонки, рекомендую, кто еще не пробовал, очень достойный. И состав у них очень неплохой. Ну вот и все, мои хорошие. Если видео вам понравилось и было полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока. Люблю, целую, берегите себя.